Добрый день, дорогие зрители! С вами канал Check in Time, и сегодняшним гостем нашего выпуска является Шарджа, столица одноименного эмирата, входящего в состав Содружества Семи Ближневосточных Государств под общим названием Объединенные Арабские Эмираты. Шарджа – это, прежде всего, великолепный пляжный отдых в Эмиратах на побережье Персидского залива со всеми полагающимися атрибутами. Мы расскажем вам, почему стоит остановиться в этом эмирате, а также выберем несколько отелей для вашего полноценного отдыха. Шарджа является третьим по занимаемой площади эмиратом в Объединенных Арабских Эмиратах. Условно поделенный на четыре части, эмират Шарджа географически расположился на побережье Персидского залива, основная часть, а остальные три – Калба, Диба-аль-Хишен и Курфакан – протянулись вдоль берега Индийского океана, в Оманском заливе. Купившим туры в эмираты и остановившим свой выбор на отдыхе в Шардже, следует помнить, что этот эмират наиболее рьяно придерживается исламских законов и традиций. На всей территории эмирата введен «сухой закон», и с алкоголем нужно быть осторожным. Местные блюстители закона могут запросто отправить туриста в тюрьму, вытрезвителей тут не предусмотрено, даже за открытую банку пива в руке. А перспектива провести свой отдых в эмиратах на тюремных нарах, да еще и заплатить немалый денежный штраф, мало кого порадует. Также не рекомендуется очень активно пользоваться на улице фотоаппаратом, это не особо приветствуется. Естественно, это не относится к историческим памятникам и туристическим объектам. Туристам, выбравшим тур в УАЭ, следует уважать местные законы, традиции и обычаи. Пишите в комментариях, а как вы относитесь к отдыху без алкоголя? К слову сказать, Шарджа по популярности ничем не уступает эмирату Дубай, находящемуся в какой-то четверти часа езды. И популярность эта, к изумлению многих, вызвана именно полным запретом на алкоголь. Появляется все больше туристов, предпочитающих трезвые и спокойные туры в УАЭ, веселому времяпровождению. Ничего не пропустить, легко. Подписывайтесь на наш телеграм. Выбрав для отдыха город Шарджа, можно сразу убить нескольких зайцев. Близость Дубая обеспечивает великолепный и недорогой шопинг, дешевое золото и наряды от кутюр, последние достижения в области электроники и сувениры с налетом старины за вполне приемлемую цену. Выбравших туры в эмираты любителей экстрима, порадует джип-сафари, с бешеной гонкой по пустыне и экзотической ночевкой в бедуинской деревне. Но более всего в Шардже поражает контраст в строительной архитектуре по сравнению с городами других эмиратов. Если в Дубае или Абу-Даби явно прослеживается западный стиль в блистающих на солнце отелях, гостиницах и офисных зданиях, то Шарджа – это восточная архитектура. И если отдых в эмиратах ассоциируется у вас с атмосферой сказок про Синдбада и Шахерезаду, то этот город точно для вас. У поездки в Шарджу с детьми масса плюсов. Первый из них – песчаные пляжи и море с ровным, плавно опускающимся дном. Второй – огромное количество парков, где приятно гулять в жаркие часы. Во всех парках Шарджи есть современные детские площадки, часто защищенные тентом от палящего солнца. Третий плюс – достаточное количество развлечений и экскурсий в Шарджи для детей. И даже если вдруг этого покажется мало, можно совершить путешествие в Дубай, где есть много аквапарков и парков аттракционов. Как и повсеместно в УАЭ, в Шарджи царит вечное лето. Лучшим временем для отдыха считается период с октября по май, когда нет удушающей жары. Иногда в Шардже случаются песчаные бури, чаще всего весной. Как правило, они быстро заканчиваются и не приносят неудобств туристам. Шарджа омывается водами Персидского и Оманского заливов. Самые известные пляжи – Аль-Корниш и Аль-Хан. Оба покрыты чистым и мягким песком, прекрасно оборудованы. Также есть платные участки и пляжи только для женщин-мусульманок. Бот для подбора тура в Telegram. На восточном побережье Шарджи есть условия для занятий дайвингом, можно увидеть затопленное кладбище автомобилей и живописный коралловый риф. Самое знаменитое торговое место в Шардже – Голубой рынок. Здесь самый большой выбор золотых украшений в эмирате. Работает рынок по вечерам. Туристы часто делают покупки в гипермаркете «Мегамолл», который находится в центре Шарджи. От многих отелей организован бесплатный трансфер к торговому центру. В Шардже большой выбор отелей на любой бюджет. Цены на номера в Шардже ниже, чем в Дубае или Абу-Даби, а качество услуг такое же. Есть пляжные отели и гостиницы, расположенные в городе.
Шарджа прекрасно подойдет и для пляжного отдыха, и для деловых встреч. Обратите внимание, отели ОАЭ не размещают лиц младше 21 года без взрослых. По местным законам они считаются несовершеннолетними. Чтобы забронировать номер или тур, в заявке нужно указать хотя бы одного гостя старше 21 года. А наша подборка отелей на сегодня выглядит вот так. Отель «Новотель Шарджа Экспо Центр» расположен в Шардже, в 3 километрах от общественного пляжа Аль-Мамзар. К услугам гостей – бесплатная частная парковка, сад, открытый бассейн и фитнес-центр. В этом четырехзвездочном отеле работает бизнес-центр и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Может быть организован трансфер от и до аэропорта. Работает детский клуб. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств номеров – кондиционер, телевизор и собственная ванная комната с душем. В каждом номере отеля предоставляется постельное белье и полотенце. По утрам для гостей сервируется завтрак, шведский стол, континентальный или полный английский, ирландский завтрак. В отеле работает ресторан, где подают блюда ближневосточной и тайской кухонь. По запросу здесь могут также приготовить халяльные блюда. К услугам гостей четырехзвездочного отеля «Новотель Шарджа» – сауна и спа-центр. Торговый центр «Сахара Центр» находится в 3 километрах от отеля, а аквариум «Шарджи» – в 3,5 километрах. Расстояние от отеля «Новотель Шарджа Экспо Центр» до международного аэропорта Дубай составляет 10 километров. Рейтинг этого отеля 9,7 из 10, средняя цена за 7 дней на двоих – 173 тысячи рублей. Этот четырехзвездочный отель расположен рядом с пляжем в городе Шарджа. Из окон открывается вид на Персидский залив. К услугам гостей – теннисный корт, массажные процедуры и большой открытый бассейн с водной горкой. С балконов номеров гранд-отеля Occidental Шарджа открывается живописный вид на море или город. Все номера оснащены телевизором. Гости могут воспользоваться роскошными услугами гранд-отеля, посетить фитнес-центр и отдохнуть в гидромассажной ванне. Для детей обустроена игровая площадка. В ресторане гостям подают завтрак, обед и ужин, шведский стол. Блюда можно также заказать по меню. В числе развлечений живая музыка и тематические вечера. В уютном кафе «La Terrasse» сервируются легкие закуски и коктейли из свежих фруктов. На круглосуточной стойке регистрации можно узнать о местных достопримечательностях и взять автомобиль на прокат. Отель «Шарджа Гранд» находится всего в 20 минутах езды от Шарджи и международного аэропорта Дубай. Рейтинг этого отеля 9 из 10, средняя цена за 7 дней на двоих – 193 тысячи рублей. Курортный спа-отель «Шератон Шарджа Бич» с собственной пляжной зоной находится в городе Шарджа, в 10 километрах от океанариума в Шарджи и в 12 километрах от торгового центра «Сахара Центр». Отель расположен рядом с такой популярной достопримечательностью, как музей исламской цивилизации. К услугам гостей открытый бассейн, терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В числе удобств всех номеров телевизор, собственная ванная комната и кондиционер. В некоторых номерах есть балкон. Каждое утро в отеле накрывается континентальный и американский завтрак. В ресторане ближневосточной кухни гостям предложат несколько вариантов обеда и ужина. Также можно посетить ресторан морской кухни «Марасея», а в ресторане «Эйел Квиптон» подаются блюда интернациональной кухни. В баре у бассейна в течение всего дня сервируются закуски, которые можно отведать прямо на месте. В курортном спа-отеле «Шератон Шарджа Бич» работает спа-центр «Шин», где гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне, паровой бане или сауне, а затем заказать процедуры в спа-салоне. Любители активного отдыха могут позаниматься в фитнес-центре или развлечься за игрой в настольный теннис и бильярд. Желающие могут воспользоваться услугами бизнес-центра или отправиться на экскурсию, организованную туристическим бюро. Сотрудники стойки регистрации предоставляют полезную туристическую информацию. Расстояние до музея исторического и культурного наследия в Шардже составляет 6 километров. Рейтинг этого отеля 9 из 10, средняя цена за 7 дней на двоих – 188 тысяч рублей. Пятизвездочный отель «Пулман Шарджа» расположен в городе Шарджа, в 3,5 километрах от аквариума Шарджи и в 4 километрах от торгового центра «Сахара». К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, крытый бассейн, сауна, терраса для загара, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Номера оснащены кондиционером и телевизором. В
числе удобств гостиная зона и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из некоторых номеров отеля Pullman Sharjah открывается вид на город. Все номера укомплектованы постельным бельем и полотенцами. В отеле сервируется завтрак, шведский стол или континентальный завтрак. На территории обустроена детская игровая площадка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации, говорящие на хинди, арабском, английском и французском языках, с удовольствием предоставят гостям полезную туристическую информацию. Большая мечеть находится в 14 километрах от отеля Pullman Sharjah, а Всемирный торговый центр Дубая – в 16 километрах. Расстояние до международного аэропорта Дубай составляет 11 километров. Рейтинг этого отеля 9,7 из 10, средняя цена за 7 дней на двоих 253 тысячи рублей. Отель The Chediyeh El Bayt Sharjah расположен в городе Шарджа, в 4 километрах от аквариума. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан, открытый бассейн, фитнес-центр и бизнес-центр. Из окон открывается вид на город. В числе удобств каждого номера отеля – кофемашина, а также телевизор. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В отеле сервируют континентальный завтрак. Отель находится в 7 километрах от торгового центра Сахара Центр и в 200 метрах от исторического музея Шарджи. Расстояние до международного аэропорта Дубай составляет 12 километров. Рейтинг этого отеля 9,6 из 10, средняя цена за 7 дней на двоих 264 тысячи рублей. Вот такая подборка отелей у нас была на сегодня. Пишите свои комментарии о данных отелях и действительно ли они так хороши. Надеемся, помогли вам в выборе, где остановиться в Шардже. Ссылки к перечисленным отелям можно найти в описании к данному ролику. Спасибо за внимание и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, и до новых встреч. Всем пока!